разрушит город. Тяжелая досталась тебе доля — быть на краю земли и на краю истории, на алтаре главной войны человечества с трех сторон. Быть окруженным нечистью, но есть один шанс — пройти через страдания, и будешь разрушен ты до основания. Здесь не останется даже стены домов. Готов ли ты, Сталинград? Я готов. Послушайте, сталинградцы, пришла беда. С одной стороны враг, с другой вода. Кто остался дома, уходить не стал. Хоть от дома только стена и подвал. Нужно встать за станок, когда враг за стеной. Надо делать танки и сразу бросать их в бой. Сможете ли, старики, дети и вдовы? Хватит ли сил? Вы готовы? Мы готовы. Послушайте, красноармейцы, братцы, враг на пороге, готовы драться, в каждый метр и каждый кирпич грызаться, чтоб один дом бился дольше, чем вся Франция. И ногти стирая, а бетон горящий, идти вперед ранами кровоточащими, падать замертво и вставать снова и снова, снова и снова. Вы готовы? Мы готовы. Все готовы. Тогда бей! За отцов лежащих среди степей!